Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас и Тучка, Дэн, Play Market, пацаны, поздравайтесь. Салам алейкум, братья. Ребята, с названия ролика вы уже поняли, что у нас сегодня обзор на крутых аниматроников, которых уже не было тысячи лет на канале. Этот пак называется эндоскелетон. Здесь разные эндоскелет, но фишка у них не в том, что они круто сделаны, они еще и круто разрушаются. Давайте я вам покажу на этом. Смотрите. Можно просто отстреливать голову, но будем сейчас проверять и стрелять по разным частям тела и проверять, на что они способны. Если хотите кушать, приятного аппетита, у нас офигенный пак эндоскелетов. Погнали. Первый у нас эндо-01. Так, давайте его просмотрим. Ну, это стандартный. Вот ничего в нем особенного такого нет. Ого, у него... Нажми на цены, веди. Смотрите, сколько у него всего тут есть. О, разорвать в ошметки. Да. Это было в ошметке? Группа тел. Опа, ой. Что? Блин, ну это круто сделал. Я тупо могу голову ему удалить. Ребята, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. О, есть взять под контроль. А ну-ка, ты взял? О, стойте, я же отключил им искусственный интеллект. Так, я теперь могу ходить. А че как-то... А я как-то голову назад наклоняю немножко. Есть такое у вас, да? Да. О, вот я могу быстро ходить. Так, что у меня есть? Сколько я отнимаю жизни? 10. 110? 10. 9! Бейте его, блин! А чё как крохи? А чё, контру? Фе. Но. А ну давайте стрелять у меня. Извини. Вы мне что, посрачами убили? Да, я тебя забил. Пацаны, давайте постреляем, короче, ему по части тела. По ногам стреляйте. Можно его по ногам уничтожить? Но. Он просто... А ну-ка, давайте теперь по рукам. А подожди, да, он меня убьет он. Ну нет, это, блин, я постреляю, пока он меня убьет. А, короче, если стрелять в туловище, ничего не происходит. А если в голову, смотрите, с одного выстрела. Это было сильно, кстати. Давай, слаживай эти трупейшины. Так, ладно, ребятушки. Эндо-01. Хей, Вейер. А ну как он дамажит? А так же само. Просто в чем прикол, что он по кругу всегда дамажит. И все? А ну если в голову ему стрелю. Да. Это было мощно. О, кстати, он назад удалился, пока не успел умереть. А ну-ка, по ногам. Мне кажется, какие-то же должны быть еще приколюхи у них. Но жизни мало совсем, смотрите, жизни выно... Да что так быстро? Ну реально быстро, да? Да. Хорошо, эндо-02. Ребята, обязательно досмотрите ролик до конца. Мы в конце их всех поставим и повоюем с ними. Как рахит. Но они слабы, вы согласны, пацаны? О, пусть он меня убьет, может... В натуре. А может у них есть какой-то, знаете, прикол? А, нет, просто толкнул. Он толкает. Я думал, знаете, скример есть или что-то такое. Смотрите, правой рукой хорошо прописывают. Склеился. Запинали. Так, у нас есть следующий эндо-02. Манглет. О, может, он много жизни отнимает? О, что это? Голова, а тебя голова убила, она живая. Так голова дамажит отдельно туловище? Да вот, да. Смотрите! Две головы. По 5 хп отнимает. А, ну если ей по ней реально пострелять? Она убивает. А, да, она просто отлетает. Так, еще одна голова, смотрите. Она, ребята, ну реально этот пак заслуживает вашего лайкосика, 100%. Ну круто же сделано. Это уникальный мод для Гаррис Мода, серьезно говорю. Добила. А когда у него головы кончатся, что будет? А будет смерть. Давайте проверим. Хорошо, давайте еще раз проверим. А как делать так? О, еще, давайте отойдем все, она головы все бросит у нас. Мы когда близко стоим, она не кидает по ней. А когда далеко, кидает головы. Еще отойди, еще дальше. А может ее убить надо? Кидай голову. Давай, зверь. О, короче, надо отстрелить все голову и одну оставить и проверить, будет она ее кидать или нет. По головам стрелять чисто вот так вот. А, не отстреливается, кстати. Ого, на расстоянии убила. Чуть много дамажит. Да. О, голова будет? О, туловище умерла, голова живая. Вот это уже очень круто сделано, да? Это вот правая кнопка мыши. Все, я же говорил, что правая кнопка мыши. А чё? Я прыгаю? Ты прыгаешь? А он сам голову бросил. А что? Так я не прыгаю, а чё он прыгает?
Ася, еще раз. Может, надо близко находиться? Вот, правая кнопка мыши, да. Так у меня должна была одна голова остаться вроде. Что со мной? Это зачем ты прыгаешь, не лепись, дрик, ты дурак? Короче, голимый монстр. Ну как он. Да ну, как я тебя только на таком расстоянии убил? Не знаю. А, я не могу тогда. Я выселиться не могу с него. Ого! Был только один путь. Я согласен. Так, Ender 02 Head. О, это просто башка. А ну да, я в тебя вселюсь. Прям за голову, кстати, кусает. Во-во-во. Так, что я могу делать? Просто ты ходить. Это кексик. Ну кексик, да, кстати, очень кексик. Похоже. О, это я кусаю. А, он сам, короче, прыгает как... Да, кстати, прям за голову кусает. Ай. А ну отойди далеко, я смогу далеко прыгнуть? А ну сейчас я отойду. А ну вот так вот. Ну-ка. Ну ты прыгаешь нормально. А вот если на голову прицелиться. А, не, она, короче, автоматически еще атакует. Так, я понял. Давайте мы ее поставим и замочим. Да. Ого, как мячик какой-то отлетело. Nightmare эндоскелетон. А, вот это уже круто сделано. Это уже даже больше на аниматроник как похоже, а не на эндоскелета какого-то. А это страшно уже. Двойной удар у него. Так, это я его взял под контроль, проверяем, что он может. Это лящ. И тебя схватил, что ли? О. Да ты бьешь по земле. А зачем я это делаю? А ну если надо. А если близко стоять в это время? Ты мне два раза ударил. А, я должен, может, тебя схватить, типа и об землю ударить? Мне кажется, это так должно работать. Ну ты меня типа два раза. Да, типа вас схватаю. Ай. А я смотрите, зажал удар, вы когда подходите, он сам на вас прицеливается и бьет. Нормально. Да, вот даже лицом ко мне. А на правую кнопку мыши я должен еще что же атаки делать? А пробел? А ну если пробел просто нажать? Не, о, давайте проверим, мне кажется, этот мод может сделать так, что даже если я зайду в воду, я могу закнуть и поломаться. Может такое быть? Может быть, давай попробуем. Ребята, тест на водопроницаемость. Да я думаю, ничего не будет. Нифига не происходит, да. А ты странно, типа прыгает. Поглубже, давай вообще в воду зайду. Да, прям по голову. Да, не, ничего. Нифига, ну терминатор вообще очень мегамощный. Ладно, фига. А ну по голове мне стрелите. Можно голову отстрелить? Чисто в голову. У него жизни. 1050 жизней было. Все, сейчас убью. Все. Он просто убивается. Да, голова не отстреливает. А может то, что я был в нем внутри? А ну давайте просто по голове постреляем. Может такое быть, кстати. Но чисто в голову. Не, должна уже была отстрелиться. О, давай я сделаю так, чтобы он меня схватил. А ну-ка. А, он просто бьет. Кстати, он сразу 40 жизней у меня вынес за один удар. Он много выносит. О, мы еще, знаете, что не проверяли? Что? А ну отойдите все от него. О, умер. А вы заметили, как-то странно он умер. Давайте для прикола просто я поставлю первого и взорву его. Может они разлетаются? Может такое быть? Может быть. Но... А это так задумано, что он подлетает? Да. А ну если прям в него стрельну. Это скрин. Молодец. Касса... О, гранаткой. Сейчас. О! Это скример был. Красиво. Так, поехали дальше. Rockstar Endoskeleton. Ух ты. Эй, больно, по 15 кп. Такой звук прикольный. Вы тоже его слышите? Да. Как будто сковородка. Да, гитара вообще-то обычно. А если его прям стрелой в голову зарежу, что-то будет? Чисто стрелой в голову. Да. А мы вроде не в голову стреляли, а по туловищу. Ну давайте чисто в голову. И ну когда голова отстреливается, она сразу отлетает. Тут сразу видно, что нет. Вот потому что смотрите, сейчас поставлю этого, сразу видите, башки нету. А это тут приклеено. Так, и последний у нас Spring Enda. Блин, ну очень классный пак, прям бомбейский. Почему аниматроников так не делают, чтобы они голова отлетала? И они вот так прям ходили. Прикольно, смотрите, вот стреляйте по нему, он прям, знаете, вот искры идут. Да, это классно. Ну? А, угу. Он мало, да, отнимает? Угу. А если поэтому просто с маленького пистолетика стрелять?
Он будет, типа, ему там больно или что-то, не? Не будет такого? От боли кричать будет. Ну, короче, он может только молча орать. Громко. Ребята, как я и обещал, мы сейчас сделаем битву. Все, пацаны, я включаю. Только давайте сначала не стреляйте по нему, а посмотрим. Может, они будут воевать между собой. А ну-ка. Нет, они не воюют. Это нормально. Слава богу, у бошки уже полетели ихние. Так, пистолет у меня заряженный. Ждем первую жертву. Кстати, ко мне, как всегда, бежит мощный. Вот 1000 жизней. Я его спекали долго, буду мочить. Ладно, петляем сюда. Я сразу бошки обезвреживаю. Красавчик. Бошка-обезвреживатель. Помогаю тебе. Эй, слышь, ты башка тупорылая. Ой, я помогу. Ты что, с пистолетиками так, пацаны, не сильно, да, легко? Да. Он сзади подошел. Так, давайте, короче, слабых будем фигачить. Мне кажется, в голову самый большой урон проходит. Есть. Сложил чисто пикалетиком. Так, давай мощного стрелять. Все вместе. Огурец сзади. Так. Фигач, фигач, фигачьте. Мне жизни мало совсем. Сейчас еще раз ударит, и все, у меня жопа. Тут какая-то музыка у кого-то. У меня нет музыки, кстати. Может, я далеко просто от этого аниматроника нахожусь? Вот, замочи. Где он? Да сколько же у тебя жизни? Ну, вздыхай. Буду в голову стрелять. Прям в глаз. Лопнулся, если бы глаза, да, отлетали? Ну, мог уже. Раз голова отлетает, значит, можно и все тело сделать так. Я уверен. Может, есть просто еще такие... Этот мод старый, кстати. Мне кажется, есть еще более классные моды. Просто мы про них не знаем. Мне кажется, или он искрит? Я будто слышу звуки. Да, кстати, он искрит. А так, потому что вы по нему стреляете, он искрит. Логично. Ох ты, говно! С дробовика ему в спину зарядил. Ой. Пацаны, я бегу. Сейчас всю обойму. 200 патронов, все буду в него высаживать. Кстати, мы же не знаем даже, сколько у него жизни. Вот этот прикол. Голову. Есть. Есть. Вложили. Так, ну что, я думаю, что надо еще один последний тест сделать. Скинуть на них маленькую бомбочку. О, я сейчас можно. Скину, кстати, не SC-1000, а слабее более у нас есть. 250. Это в 4 раза слабее, чем обычным, который сбрасываем. Потому что любая бомба, мне кажется, уничтожит сразу. No. Просто всех. Вы заметили, это было с первого взрыва? Класс. Я думал, будет что-то кошмарное останется. Это самая слабая бомбочка была. Если понравилась эта серия и этот пак аниматроников, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Взрывай. На. Я в меня бросил, молодец.